проезжаю по району, который называется район администрации. И, или пенсионный фонд. Эти административные здания здесь находятся рядом. Это практически центр, администрация. Здесь находятся два магнита, один из которых семейный, другой просто магнит. Находятся они буквально в 500 метрах отсюда. Здесь есть много детских площадок, скверики такие небольшие. Рядом проходит, протекает речка Псикупс. Спортивные площадки, детские садики и остановки. Отсюда можно уехать в любую точку города. В принципе, здесь в основном пятиэтажки, есть изредка трехэтажные здания. И район в основном застраивался до 90-х годов. Сейчас наметилось новое строительство девятиэтажек. Рядышком с пенсионным фондом идет стройка домов, которая называется «Комфорт». И, в принципе, все для жизни здесь есть. Район не шумный и... В принципе, магазины есть, и легко можно добраться отсюда или сюда. В самом центре микрорайона находится прачечная. Также здесь есть столовая, комплексные обеды. В принципе, кушать можно. Обычная советская пища. Внутри микрорайона есть хорошая столовая. Отличные комплексные обеды. Администрация занимается облагораживанием внутренней территории. Видите, скверики здесь. Правда, здесь раньше были такие плодовые деревья. Всех их поспиляли. Посадили неплодовые деревья. А мы движемся в сторону Псикупса. Микрорайон прилегает к лесной зоне, которая находится рядом с Псикупсом. Сейчас посмотрим, что там такое. Выходим на берег Псикупса. Слышны плюхи. Пацанва прыгает в речку. Сейчас посмотрим, как это происходит. Подписывайтесь на мой канал. Видеоканал «Горячего ключа». И поехали, давайте прыгать. Снимайте? Да, конечно, уже снимаю. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Давайте, давайте, давайте. Четвертый. Во, вот этот правильно прыгает. И вот еще последний парень. Во! Вот это таланты какие у нас. Вам родители-то разрешают так прыгать? Или вы... Нет. Не... Ну ты тоже собираешься? Давай, поехали. Опа, крендель, смотрите. Опа, замечательно. Берег размывает. В глине песчаник. Это доисторические... Ракушки миллионы лет назад здесь были. Ну, вообще говоря, когда мы переезжали в Горячий Ключ, то тогда тоже купались в Псикупсе. Это было чуть ниже этого места. Жили по Ленина 203Г. Вон там купались. Но потом потихоньку пришло понимание, что лучше купаться чуть выше, поскольку здесь еще идет канализация. Совсем новенькая спортивная площадка. Установили ее в этом году. До этого здесь было пустошь, запущенное место. Ну-ка, как пахнет? Пахнет сиренью. Но слишком поздно, в августе это не может быть сейчас, чтобы он... Еще одна спортивная площадка. Постоянно занята людьми. А вот этот ларек. Овощной тоже здесь постоянно. Ну-ка, сейчас узнаем, почем арбузы. Почем арбузы? 15 рублей. Найдем по 13. И вот еще детский садик здесь. Моя дочь ходила в этот детский садик. Детишки отсюда ходят в третью школу и во вторую школу. Третья школа находится в районе церкви. Вторая по Ленина. Так, вон еще одна детская площадка. Компактный, тихий район. Пятиэтажек. На вот этой пустоши собираются строить тоже школу
собираются уже 12-13 лет, а может 15 еще до нашего приезда, но так никак не соберутся.